Вас приветствует Stars Exclusive. В этом видео пойдет речь про Ярослава Сумишевского. Но перед началом просмотра просим вас поставить лайк и подписаться на канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Недолго осталось ждать подведения итогов одной из престижных российских премий журнала «ОК», которую вручают самым-самым выдающимся российским артистам. А вы хотели бы, чтобы Ярослав Сумишевский получил еще одну премию, которая в очередной раз докажет, что талант певца оценивают по заслугам не только поклонники, но и деятели искусств, а также его коллеги? Напишите об этом в комментариях. Поделитесь своим мнением. Сахалинский певец Ярослав Сумишевский участвует в конкурсе на премию журнала «ОК Awards больше, чем звезды». У него есть хорошие шансы получить приз зрительских симпатий. У нашего журнала в этом году юбилей – 15 лет со дня выхода первого номера. И традиционную премию «ОК Awards больше, чем звезды» мы решили приурочить к этому важному для нас событию. Номинанты премии «Герои из мира музыки», кино, театра, инфлюенсеры, ньюсмейкеры 2021 года. И, конечно, главные лица 15-летия обратился к читателям главный редактор журнала «ОК» Вадим Верник. В конце ноября началось голосование премии «ОК». Пользователи интернета могли отдать свои голоса за любимчиков. Исключением не стал Ярослав Сумишевский. Его многочисленные поклонники активно поддерживали музыканта. Голосование уже закрыто и осталось дождаться объявления результатов. В канун Нового года станет известно, кто получит приз зрительских симпатий. Напоминаем, что эта награда может достаться нашему любимому Ярославу. Из последних новостей также известно, что 28 декабря состоится большой новогодний корпоратив «Радио Шансон». Состоится это грандиозное мероприятие в Москве, в Вегас-Сити-Холле, там же, где и 31 декабря состоится большой концерт Ярослава Сумишевского. С Сумишевским на корпоративе выступят такие звезды, как Михаил Шуфутинский, Александр Иванов, Сосо Павлиашвили и многие другие. Желаем Ярославу Сумишевскому получить приз журнала «ОК» и аншлага на всех его концертах. Ставьте лайки и подписывайтесь на Stars Exclusive, чтобы быть в курсе новостей и главных событий в жизни отечественных звезд.